Думаешь ты то, что мы сегодня мама встанет в позу? В позу, да, за Диму. И то, что мы сегодня просто этот приезд может быть последний и окончательный, когда мы просто рассобачимся все в хлам. Вот, потому что, естественно, мы молчать не будем, мы будем про Диму говорить правду. Диме, естественно, это не понравится. Дима начнет давать эмоцию. Вот. Говорит то, что виноваты во всем мы. Во всем мы, да. Естественно, я не смогу тоже промолчать. Я буду говорить все по факту. И в конце получится так, что мы просто поругаемся, да? Поругаемся, да, в хлам. Мне просто интересно, чью ты позицию займешь. Вот это мне самое большое. Как это понять, чью позицию, Илья? Мы с тобой будем говорить правду по факту. Ну, мама говорит нет, ты с Ебаровым не будешь. Я говорю буду. Ну. Как это так, не буду? Это мой, в смысле не буду, буду. Я не собираюсь слушать маму, не собираюсь слушать Олю. Если они мне скажут все, нет, ты с Ебаровым не будешь, нет. А? Я говорю, я не буду слушать маму, Олю, Диму, если они мне скажут все, ты с Ебаровым не будешь. Я не буду так поступать, в смысле. Это мой выбор, я выбрала, я маме буду сегодня это объяснять.